Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы хотим рассказать вам о легендарном 29-м отдельном радиобатальоне воздушного наблюдения, оповещения и связи. О нем не написано книг и почти нет никаких публикаций в интернете, хотя роль батальона в истории Великой Отечественной войны огромна. Есть только газетные статьи, личные фотографии, очерки воевавших в батальоне бойцов. Сохранились стихи поэтессы батальона Софьи Фоминой. Краткая справка о подвиге батальона для школьных музеев. Вот, пожалуй, и весь материал. Хотя за весь период войны 29-й батальон – один из самых уникальных войсковых подразделений нашей страны. И не только потому, что за отличную службу был награжден в 1945 году орденом Красной Звезды. Служили в нем большей частью наши земляки, жители Нижегородской, тогда еще Горьковской области. Более того, 80% бойцов этого батальона составляли молодые девушки, связистки-разведчицы. 29-й отдельный радиобатальон, девчачий батальон, батальон прожекторов – вот названия, под которыми он вошел в историю. Комиссаром батальона был политрук Федор Николаевич Прокеев, который был для девушек родным отцом, многое делал для улучшения их сурового военного быта. Родом комиссар из села Елизарьево. В музее начальной Елизарьевской школы хранится его семейный альбом, а одна из главных улиц села названа в его честь – улица Прокеева. Родственники комиссара Прокеева живут в селе Дивеево. Внимание! История батальона и его бойца, саровчанки Екатерины Васильевны Петуховой, представлена в трех частях. Первая часть – формирование 29-го радиобатальона, которую мы увидим сейчас. Вторая часть – от Курска до Берлина. Третья часть – Екатерина Васильевна Петухова. Чтобы представление о боевых заслугах наших соотечественников и соотечественниц было более полным, посмотрите, пожалуйста, все три части поочередно, одну за другой. Хорошего просмотра! О боевых заслугах 29-го отдельного орденоносного радиобатальона воздушных разведчиков 1-го, 1940 год, и 2-го, 1942 год, формирований арзамасские газеты в послевоенные годы печатали краткие очерки, воспоминания, исторические справки. В конце 30-х годов прошлого века вдоль всей западной границы СССР была необходима воздушная разведка, поскольку уже тогда немецкие самолеты постоянно нарушали границы. Но открывать огонь по ним запрещалось из-за принятого недавно пакта, договора о ненападении между Германией и СССР. Считалось, что немецкие самолеты просто заблудились и пересекли советскую границу случайно. Но в воздухе витала угроза войны, которая может вот-вот начаться. Для этого в Красной армии разворачивался новый род войск в системе противовоздушной обороны. Многочисленные регулярные отдельные роты, отдельные батальоны, полки и дивизии ВНОС, воздушного наблюдения, оповещения и связи. Боевая задача этого нового рода войск заключалась в том, чтобы узнавать данные о вражеской авиации, предупредить вторжение немецких самолетов на нашу землю. На северо-западном участке госграницы Украины в городе Ровно в марте 1940 года был сформирован 29-й отдельный батальон ВНОС. Это было его первое формирование. Уже тогда, до начала Великой Отечественной, был случай, когда бойцы 29-го батальона засекли немецкий самолет и открыли по нему огонь, так как пилот не слушал и не выполнял указаний не нарушать воздушных границ СССР. В принудительно посаженном самолете-разведчике бойцы нашли множество снимков советской территории. И вот грянула Великая Отечественная война, и батальон
срочно отозвали из Украины защищать город Горький, нынешний Нижний Новгород. Конец ноября 1941 года – дни, когда батальон прибыл в Арзамас и готовился занять боевую дислокацию. Это было тревожное время и для Арзамаса, находившегося уже под вражеской угрозой. На защиту города Горького были выставлены 4 батальона в нос, среди них и 29-й батальон, который стал нести службу, проводя разведку в южной части Горьковской области. Отступая из Украины в Арзамас, батальон понес большие потери в личном составе, особенно в разведчиках, связистах, телефонистах. Поступило много молодых бойцов, не знавших ни устава, ни требований дисциплины, ни особенностей службы в войсках ПВО, противовоздушной обороны, а особенно в новом роде войск в НОС. Работа во ВНОС требовала суровой ответственности за пропуск вражеских самолетов. Может быть, эти требования и необычно трудные условия службы заставили многих солдат просить об отправке на фронт. Это лишь кажется, что в разведке проще, чем на фронте. Далеко от линии огня, не надо ежедневно ходить под пулями. Но это не так. Скорее наоборот, сложнее, ответственность больше. Война – это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Борис Васильев, «О зоре здесь тихие». А любая ошибка разведчика приравнивалась к государственной измене, и по законам военного времени его могли расстрелять за якобы сотрудничество с врагом. Командование, офицеры, сержанты делали все возможное и необходимое, чтобы научить новобранцев всем главным приемам выполнения обязанностей в режиме войны. Иначе, без грамотных расчетов, невозможно было передать данные о вражеской авиации нашим частям ПВО для успешной борьбы их с фашистскими самолетами. Для обучения также использовались отечественные самолеты. Так бойцы учились правильно распознавать цели полетов и не допускать путаницы свой-чужой. К концу марта стало известно, что вскоре мужчин части сменят девушки. Батальон был в шоке. Не из-за отправки на фронт, а от тревожного беспокойства. Справятся ли девушки с солдатским трудом, условиями жизни и службы, которые не всегда выносили молодые парни? 12 апреля 1942 года начало приема необычного нового пополнения стало для батальона юбилейной датой. За несколько дней в часть стали прибывать новобранцы. 476 девушек со средним и высшим образованием были внесены в списки батальона. Боевой расчет поста состоял из 6-7 человек. Командовали этими девчачьими коллективами мужчины-сержанты. Да, они были очень молоды, эти девушки, вставшие в тяжелейший для Родины час в ряды ее защитников. Они с большой готовностью приняли на свои хрупкие девичьи плечи нелегкую и совсем не женскую работу. Почти сразу же началась учеба нового пополнения по программам «Курс молодого красноармейца», а затем подготовка специалистов-вносовцев. Учились девушки с невиданным и неслыханным старанием, упорством, что начало успокаивать командование батальона, сержантов, их начальников. Пополнение надежное, не подведет. 1 мая 1942 года все новобранцы приняли военную присягу, но уже в красноармейской форме. Правда, она не всегда была женской. Ботинки девушкам выдавали 42-го размера. То-то намаялись. Обувь с ног слетает. В течение недели поочередно всеми возможными видами транспорта, а то и пешком, девушки приняли боевое дежурство. Наблюдателей, телефонистов, связистов, планшетистов, регистраторов. В ходе несения службы росло мастерство девушек-бойцов. Они научились визуально, на глаз и по звуку, в любое время суток, при любой погоде, распознавать летящие в воздухе самолеты,
определяя при этом их тип, высоту полета и направление движения. И немедленно передавать донесения на ротные и батальонные посты. Помимо того, им приходилось устранять повреждения линий связи. Все сержанты и офицеры почувствовали высокую деловую работу боевых расчетов девушек, надежность охраны воздушного пространства всеми подразделениями. Для всех действовало требование. Вносовец не имел ни права, ни времени на ошибку. И мужчины, и женщины – все были равны на войне. Ближе к 1943 году в батальоне было решено создавать солдатскую самодеятельность, чтобы приободрить раненых воинов, лечившихся в арзамасских госпиталях. Несмотря на то, что свободного времени ни у кого не было, непрерывное боевое дежурство, караульная и внутренняя служба чередовались со сном. Но все бойцы, особенно девушки, с большим желанием и энтузиазмом откликнулись на призыв и вскоре стали желанными гостями и у раненых красноармейцев. Появились и таланты. Замечательные стихи писала поэтесса 29-го батальона Софья Николаевна Фомина. Их приводят в своих воспоминаниях о войне однополчане, печатают во всех заметках о девичьем 29-м батальоне. Вот одно из самых знаменитых ее стихов о судьбе однополчанок. Уходили девчонки. Уходили девчонки. Как давно это было, а будто недавно. Грохот взрывов и бомб разорвал тишину. Уходили девчонки постоять за державу. Уходили девчонки на большую войну. Им бы в парке гулять и в мальчишек влюбляться, жить и жить, не считая счастливые дни, в модных платьях форсить, на балах и на танцах, но солдатами стали они. Уходили девчонки, прощаясь со школой, оставаясь душою в любимом краю. Уходили девчонки не с тайкой веселой, а с солдатской песней в солдатском строю. Уходили девчонки, все мимо и мимо, четким маршем шагала девчоночья рать. Уходили девчонки, а город любимый много дней и ночей оставался их ждать. Как давно это было? Сочтут ли потомки, сколько трудных дорог в жизни выпало им? И встают они рядом, седые девчонки, заслонившие родину сердцем своим. Им пора бы забыть фронтовые дороги, грохот взрывов и бомб, и пожарищ огни, той далекой войны голоса и тревоги. Но солдатами были они. Да, память о войне никогда не сотрется. У бойца батальона, нашей героини-саровчанки Екатерины Васильевны Петуховой, всю жизнь и днем, и ночью стоял в ушах гул вражеских самолетов. Первым боевым заданием личному составу части была охрана города Горького. Гитлеровцы совсем не случайно проявили повышенный интерес к этому крупному промышленному центру. Вот почему советским командованием была организована охрана города, и до февраля 1943 года ее осуществлял с южного направления 29-й отдельный батальон. Более 850 красноармейцев и командиров, разведчиц голубого неба, уверенно стояли на своих постах, дежурили у радиоприемников, на радиостанциях и узлах телефонной связи, несли внутреннюю караульную службу, трудились в беспокойных службах тыла. В полной боевой готовности в новом арзамасском формировании были готовы отправиться на фронт. Во второй половине февраля 1942 года девчачий батальон направили в Арзамас на погрузку в воинский эшелон для следования в Курск. 22 февраля 1943 года, накануне Дня Красной Армии,
воинский эшелон с личным составом батальона со станции Арзамас-2 отправился на долгожданный фронт.